Это так же, как и там, даже в меньшей степени, как электронные книги. Ну, появляются какие-то новые носители, они какое-то время кого-то привлекают, но я просто ведущий на телеканале «Царьград», и я ведущий на телеканале РЕН-ТВ. И там доля просмотров, она несопоставима просто. Это разница в 1000 раз. И так и будет. Массовое телевидение всегда будет обыгрывать любое интернет-телевидение, потому что у них возможности больше, охват больше, и денег больше. Ну просто это нормально. Должно государство иметь большие механизмы для претворения больших дел в большую жизнь. А интернет-телевидение, оно будет выполнять определенные нишевые функции. И ничто ничего не победит. Это просто какая-то иллюзия определенной части там, креативной интеллигенции, которая считает, что вот у нас тут все круто, и поэтому сейчас никого вы не победите. Нет, конечно, люди хотят иметь дело с какой-то определенной проверенной там, информацией. Они будут всегда тяготеть государственным газетам, государственным изданиям, государственному телевидению, потому что это норма. Норма всегда должна быть.